Израиль, Акко. Город расположен в Западной Галилее на берегу Средиземного моря, примерно в 20 километрах от Хайфы. Акко является одним из древнейших городов в регионе, заселенность которого не прерывалась с момента основания. Возраст стоянок древнего человека, которые были обнаружены на территории современного Акко, примерно 8,5 тысяч лет. Но настоящую известность Акко принесла эпоха крестовых походов. В 1104 году, после первого крестового похода, город был завоеван Балдуином I. В 1187 году город был взят Саладином. Но уже в 1191 году, во время третьего крестового похода, после двухлетней осады, Акко был отвоеван войсками крестоносцев под командованием французского короля Филиппа Августа и английского короля Ричарда Львиное Сердце. Город стал столицей Иерусалимского королевства крестоносцев в Палестине и был окружен мощными оборонительными сооружениями. Город получил название Сен-Жан-де-Арк. Рыцарские ордена госпитальеров, тамплиеров, а позднее Тевтонский орден обрели в Акко собственные кварталы. Они строили здесь дома, склады, больницы, церкви, административные здания. В городе было более 40 церквей и 23 монастыря. Ни один город крестоносцев не дошел до наших дней в таком хорошем состоянии, как Акко. Рыцарские ордена и купцы, проживающие в городе, постоянно спорили из-за сфер влияния. И в 1256 году постоянные разногласия между жителями Акко привело к вооруженному конфликту, известному как «Война Святого Саввы». В 1291 году Акко был разрушен войсками султана Аль-Ашраф Халиля. Мамлюки султана вырезали большую часть христианского и еврейского населения города. При осаде города были разрушены церкви, монастыри, погибло 14 аббатов и более 60 послушников. На этом и закончилось яркое, очень богатое событиями, но короткая история крестоносцев в Акко.